жінка може ожити, а потім взагалі перетворитися на мультик. Дар'я Пушанкіна, мама малювання піском. Вона побувала в багатьох країнах світу і завітала до нашої студії. З нею спілкувалася наша журналістка Софія Стовчак. Ми продовжимо розповідати про відомих людей, аби навчитися в них, як бути успішними. Дивимось! Даша, як ви придумали рисувати піском? Я прийшла працювати в школу учителем изобразительных искусств, и директор мне предложил такую идею – попробовать обучать детей песочной анимации. С тех пор я пошла, набрала себе команду учеников, и мы вместе начали учиться этому искусству. Вам самой пришла в голову эта идея рисовать песком, или вы ее позаимствовали? Ну, я, конечно же, до песочной анимации интересовалась вообще анимацией. Вот, и меня интересовали всегда мультики. И начинала я, конечно, изучать мультипликацию, 3D-анимацию, потому что тогда это становилось современной. И, конечно же, эти знания мне помогли в изучении песочной анимации. Вместе с учениками мы начали это искусство изучать с разных сторон. Песочная анимация как графика, это как картинки мы рисуем, потом фотографируем. Вот, у нас получаются фотографии песочные. Потом мы начали изучать песочную анимацию как театр, как живое выступление. И в 2006 году в Харькове филармонии мы показали первый наш совместный концерт с учениками, с музыкантами. Вот, и таким образом мы разобрались, что такое песочная анимация на сцене. Вот. А так как песочная анимация имеет историю с мультипликацией, это как техника рисования сыпучими материалами, и рисовать можно не только песком, а совершенно все, что сыпется. Это может быть и какие крупы, какие перышки, и бумага, и из этого можно выкладывать разные сюжеты. Главное, чтобы это была история. И уже третий год мы уже начали пробовать создавать мультики, и сейчас у нас уже мы работаем в разных направлениях, потому что вот первых 3 года мы посвятили изучению. Вот. Конечно же, когда мы начинали, этим никто не занимался, и наставников, конечно же, не было. Поэтому мы этот долгий путь проделали сами, пока что разобрались. И, конечно же, мне в этом помогали мои ученики, потому что мы это делали вместе, мы экспериментировали, мы пробовали, и мы это, ну, все рассказывали, показывали. Как случилось, что вы так долго путешествовали по разным странам? Ну, так как мы не жадничали и делились с нашим творчеством. Мы делали выставки, концерты, мы ходили, знакомились и предлагали нашу дружбу. Вот. И поэтому, конечно же, нас слышали, нас знали, и нас приглашали в разные места выступать. И, ну, конечно, за какое-то время набрали небольшую популярность как студия. И, конечно же, эта информация разошлась за пределами нашей страны, и так начали меня приглашать в разные страны выступать. И тогда вот песочная анимация для меня раскрылась не только как искусство, вот как театр и графика на самом деле, а эти путешествия помогали изучать разные культуры и народы. И сейчас это стало хорошая палитра для того, чтобы это искусство как материалом показать трансформацию этих странных народов, и мне путешествия очень сильно помогли в этом. Даша, а чем вы увлекались в детстве? В детстве я увлекалась абсолютно всем. Мне было абсолютно все интересно. Я ходила на многие кружки, занималась и рисованием, спортом, танцем, вышиванием, фотографиям, плаванием. Вот. Я ходила абсолютно везде, участвовала абсолютно везде, на всех фестивалях и выставках. Единственное, куда я не ходила, это в театр. Вот, ну так получилось в жизни, что я, собственно говоря, это место я оставила для того, чтобы посвятить часть своей жизни это выступлениям своим. Вы считаете себя звездой? Вопрос, конечно, прямой. Вот поэтому я скажу так, что, конечно же, звездой себя не считаю, но, откровенно говоря, забывая свою скромность, я позволю сказать, что я считаю себя талантливым человеком, и это помогает мне трудолюбие, способности, над которыми я постоянно работаю. Вы будете сейчас снова учить детей песочной анимации? На самом деле, вне зависимости, где я находилась, в какой стране, у себя дома или где-то была в путешествиях, я всегда общалась дистанционно со своими учениками, и когда у них были какие-то вопросы,
по искусству, они всегда ко мне обращались, и я им всегда помогала. Поэтому я считаю, что я с ними почти не разлучалась. И снова, конечно же, я... живой контакт, он, конечно, нужен. Вот. Но мне было приятно, что даже в моих путешествиях мы делали какие-то творческие работы, участвовали в фестивалях, и сейчас мы хотим встретиться снова и создать что-то интересное. А где можно у вас поучиться рисовать песком? Сейчас я существую на базе своей творческой мастерской, и поэтому, конечно же, у меня мастерской. Собственно говоря, где мы начинали и каждый раз куда возвращались. Расскажите, пожалуйста, о своей федерации. Это моя одна из мечт. Федерация визуально-технологических искусств, которая 4 года назад появилась идея, и мы ее открыли. Это идея создать некую лабораторию разных визуализаций, где мы встречаем ее в жизни. Мы ее можем встречать и на улице, и в мультипликации, и в фильме, и в общении, и в образовательной системе. И основная идея — это соединить воедино проект разных людей, которые связаны с визуальными технологиями. Даша, что надо делать с самого детства, чтобы в жизни добиться успеха? Ну, я думаю, что изначально нужно быть трудолюбивым, идти к своей цели терпимо, вот, быть интересным, а значит, не бояться экспериментировать и верить. И главное, не отчаиваться, когда мы встречаем какие-то сложности. И, конечно же, все успехи собирать в единую коллекцию для того, чтобы однажды стать успешным человеком. Спасибо. Пожалуйста.